весь народ радовался. Я помню даже этот день, когда День Победы объявили. Все целовались, обнимались. Столько было радости. Представляешь, вот так вот жить бедно. По карточкам хлеб был у нас. Мы голодали. И тут пришла Победа. Весь город прям ликовал. Все люди ликовали. Тоже радость. Все-таки много было людей, воевали в рядах Советской Армии, Советского Союза. Многие у нас, много героев среди кыргызстанцев. Многие погибли. Для Кыргызстана это была радость. А еще Кыргызстан очень много людей принимал. Когда была война, люди с Ленинграда выезжали на их эшелонах. И Кыргызстан обогрел и накормил большое количество людей. Поэтому для них тоже эта победа – это радость. Для всего Кыргызстана. И для всех стран Содружества. Это была большая радость. Выводы, чтобы, зная, как люди страдали, не допустить войну, не допустить. Самое главное, не допустить войны, потому что это кровопролитная война, это страх, это нищета, это голод, это много крови, много плач. Люди плакали, когда отправляли своих сыновей, матеря, отцы. Так что надо беречь мир, чтобы был мир во всем мире, чтобы не повторилось такой вот войны. Не дай Бог никому, никогда. Девичьи плечи помним про дед моего, за миг родных, любимых, желанных таких. Зачи пулеметчик, за синий платочек, что был на плечах дорогих. Зачи пулеметчик, за синий платочек, что был на плечах дорогих.